Шмитов подает. Никто не смог откликнуться на эту подачу. Шмидт. Весьма резво играет. Впереди игроки Акжейка. Стараются комбинировать. Говидарит сам. Перцух. Что сделать Юрий? Там в отчаянном откате играет Георгий Фридгеймас. Еще раз посмотрим, что было в этом эпизоде. Перцух мяч получил. Фридгеймас. Да, все-таки в руку попал. Кто кого? Итак, разбег. Удар, и счет становится 2-1 в пользу Окжетпес. Один гол Акжейк отыгрывает. Не смог угадать. Стаменкович направление удара пробил под перекладину. Нападающий Акжейка, как результат, сокращает отрыв. А пенальти, надо заметить, попал мяч в руку Фридгеймасу. Да, вот здесь прыгнул вправо от себя угол Стаменкович. А Зука пробил в девятку. Вот, казалось бы, все нормально.